наш клиент пошел. Да, со вкусом у нее, конечно, проблемы. Кто в наше время качков-то любит? Сейчас я ее приведу. Давай, не переживай, сейчас быстро мне продадим. Добрый день. Добрый день. Вы что конкретно присматриваете? Это универсальная модель. Он может быть личным тренером, поваром, водителем. Он вообще кем угодно может быть, а самое главное, вам не надо ничего ему объяснять. А как это? А вот разработали такую программу, он по движению ваших глаз, по интонации, по жестам понимает все, что вам нужно. И становится идеальным. Идеальный мужчина. Потрясающе. Но мне просто нужен инструктор по фитнесу. Простите, что я влезаю в ваш разговор, я не могу молчать. Вы в отличной форме. Я благодарю вас, но это неправда. Есть некоторые нюансы, которые нужно, в общем, подработать. Простите, можно я угадаю, сколько вам лет? Зачем? 30. Ладно, я вру. Вам, наверное, даже 30 еще нет. Мне 42. 42? Я восхищен. Спасибо. Да это вам спасибо. Глаз радуйте, ей-богу. Интересно. Милый. А он не убежит? Нет. Ну куда я убегу? От этих глаз, от этого голоса, от золота волос. Простите. Его надо упаковать. Давайте мы упакуем и отложим до завтра. Я подумаю. Да, конечно. Никогда не откладывай на завтра того, с кем ты можешь переспать сегодня. Он, наверное, что-то не то хотел сказать. Его просто привезли только вчера. У него там с прошивкой проблемы. Бери меня тепленьким. Вы знаете, я его беру. Ой. Нет, упакуйте его, я подумаю до завтра, потому что я в некотором роде замужем. Пока, малыш. Свет. Прости. Господи, ты напугал. Слушай, ну правда что-то не то. Взял тебя сегодня, все испортил. Прости. Перестань. Ты я там на самом деле что-то мямлила? Да нет, ты не мямлила. Ты наоборот все делала круто и профессионально. И она уже была готова меня купить, и я со своими классными шутками. Неудачно пошутил, подумаешь.